Five sermons, now five visions. First Итак, of all, the vision of the locusts. Пять посланий. Теперь мы переходим к пяти видениям. И первое видение — это видение о саранче, глава 7. This is the first three verses of chapter 7. Этому видению посвящены первые три стиха 7 главы. Do you in Kursk know of locust plagues? Вы в Курске знакомы с нашествиями саранчи? Вообще такое здесь бывает? Locust plagues do not come here. We just watch the TV. Okay. I don't know if they happen very regularly in Israel anymore. Я не знаю, в Израиле такие нашествия саранчи продолжаются с определенной регулярностью или But нет. But in ancient times it was a rather regular occurrence. В древности это, в общем-то, было достаточно обычным событием. And sometimes they were more devastating than others. В некоторых случаях уничтожение уничтоженные посевы там и так далее были более масштабными. Иногда нашествия бывают менее масштабными и так далее. Well, God gives to Amos a vision of a very devastating locust plague. Итак, Бог дает Амосу видение о таком массивном нашествии саранчи. And God is going to send the locust plague against Israel because of her sin. И что Бог говорит, что я нашлю на Израиль саранчу из-за того, что Израиль грешит против меня. The timing of this plague is going to be particularly bad. И особенно здесь важно отметить, что это нашествие должно произойти в очень конкретное, определенное время. In Israel there were two harvests, two mowing. В Израиле было обычно два покоса. And the first one went to the king. Первый покос это был царский покос. Все, что было скошено, шло царю. So the second mowing was very important. That's what the people would use, and they would live off of. Второй покос был для народа очень важен, потому что вся скошенная трава и все, что косилось, должно было отойти народу. Это был их урожай. The plague would happen after the king's mowing. И вот здесь говорится, что в начале произрастания поздней травы. Он создал саранчу. There would be nothing left for the people. Что это означает? После царского покоса, а значит, народу ничего не остается. And so Amos prays. Итак, Амос молится. Lord, please pardon. How can Jacob stand? For he is small. Господи, Боже, пощади. Как устоит Иаков? Он очень мал. And the Bible says God changed his mind. И в Библии говорится, что Бог передумал, он пожалел об том, не будет всего, сказал Господь. And he did not send the plague. И никакого нашествия не было, саранчу он не наслал. Now, we see examples of God, according to the Bible, changing his mind in other settings as well. Мы видим, что это не первый случай, когда Бог отвращает свой гнев от народа. In the next book we will study, Jonah. Мы, кстати говоря, следующую книгу, которую будем изучать, это книга Иона, и там мы подобное увидим. God changes his mind about a judgment. Бог собирался сотворить суд, собирался наказать народ, но не наказал его. But I think what we see whenever this happens is that God is always acting consistently with his nature. Мне кажется, что Бог и в этом случае, и во всех других поступает сообразно своей природе. In the face of unrepentant sin, God brings judgment. Перед лицом греха, в котором человек не хочет каяться, Бог посылает наказание. But every warning against sin is an invitation to repentance. Но всякий раз, когда Бог предупреждает народ о грядущем суде, он также дает ему возможность покаяться, чтобы избежать наказания. And when there is repentance, God delights to relent. И если народ или человек кается, то Бог говорят, умилостивился, да, Бог смягчается, и наказание не следует. So in this, Amos prays, and God does not send judgment. Смотрите, то же самое и в этом случае. Бог говорит, наведу саранчу, но Амос молится, и Бог сжалился, и не будет всего, сказал. Then there's a second vision. А дальше второе видение. Verses 4 and 5. Четвертый и пятый стихи. And this is the vision of a great fire. Это видение великого огня. Notice this fire will consume the great deep.
Смотрите, в 4 стихе говорится, и он пожрал великую пучину. And the great deep is a way to refer to the ocean. А великая пучина обычно называется океан. So this fire will consume the ocean. То есть представляете себе, что огонь пожирает океан. An unbelievable drought, fire, horrible devastation. Невероятная засуха, невероятный огонь и ужасное разорение. And опустошение Amos земли. Prays again. Опять Амос молит Бога. Jacob is small, he cannot stand. Please pardon. И сказал ей, Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал. Это 5 стих. And once again, because Amos prayed, и опять, благодаря вот этой усердной молитве Амоса, Бог пожалел. И этого не будет, сказал Господь Бог. It makes us wonder how often things are changed in the course of world's events because someone prays. И мы начинаем задумываться, интересно, насколько часто Бог меняет свое какое-то решение и не посылает наказание, когда кто-то ходатайственно молится об этом. I often wonder when we get to heaven. Мне всегда было интересно, когда мы с вами попадем на небеса. If we will be amazed at how much that happened is a direct result of your prayers or my prayers. Мы, наверное, будем удивлены, сколько событий стали прямым результатом, прямым следствием наших с вами молитв. And maybe how much might have been changed had we prayed more. Или, наверное, сколько могло бы измениться в жизни нашей или других людей, если бы мы с вами больше и усерднее молились. But in these two cases, Amos prayed and God did not send a judgment. Но в этих двух случаях конкретных мы читаем о том, что Амос молился и Бог пожалел и не послал наказание. But in verse 7, there is a third vision. Третье видение. And this vision is even more severe. Еще более строгое наказание, еще более страшное видение. Это видение об отвесе. Okay. The plumb line is something that carpenters are very familiar with. Вот с этим инструментом отвес особенно знакомы плотники. And those involved in construction. И те, кто занимается строительством. In simplest form, you just hold a string, and attached to the string is a weight of some sort at the other end. Самая простая его форма – это веревка, внизу которой подвешен груз. And then you hold that against a wall to see if the wall is straight. Когда эту веревку держат около стены, можно увидеть, прямая стена или нет. Because the string always goes straight down. Потому что мы понимаем, что если на конце веревки привязан груз, она обязательно будет показывать прямое вертикальное направление. And this vision of the plumb line is to demonstrate to Israel that she's crooked. И вот это видение об отвесе было как раз направлено на то, чтобы показать народу израильскому, что он кособокий, что он отошел от прямых путей. If she had lived according to God's word, she would have been straight and true. Если бы народ израильский жил по слову Божию, он был бы вертикальным, прямым. But she was bent. Но здесь именно вот это видение об откосе было призвано показать, что народ уклонился от правильного направления. And then if you'll notice, just look at verses 7 through 9. What is different about the recounting of this vision from the first two? И обратите внимание, если вы внимательно прочтете стихи с 7 по 9, что отличает вот это видение от двух предыдущих? Вот даже в описании, в изложении этого видения. А что это будет? Не буду более прощать ему. I will not forgive anymore. Right. There's no prayer. No. Amos doesn't pray. И Амос и не молится, обратите внимание. And I think it's because he realizes it's too late. Другими словами, Бог говорит, все, слишком поздно. This is the final, and God is not going to be persuaded, so Amos doesn't even pray. Все, у вас было время покаяться, но вы им не воспользовались, у вас была такая возможность, а теперь все, наказание отвести, я не смогу, говорит Бог. Поздно зубы лечить, когда выпадают. It's too late to fix teeth when they're falling out. Okay. There comes a point when the patience of God is at an end. Наступает момент, когда терпению Господа приходит конец. And that time has now come. И вот в 9 и 10 стихах мы читаем о том, что такой момент как раз наступил в отношении народа Израиля. So, look at what Amos is predicting for the nation of Israel. И теперь смотрите, что возвещает Амос о нации Израиля. In all five of the sermons he's preached, it's been judgment, judgment, judgment. Смотрите, во всех 5 посланиях, которые мы с вами рассмотрели, речь идет о суде и о наказании. And now three visions, and the last vision, not even going to pray.
А теперь идет три видения. В двух видениях он молится, в последнем он даже уже не молится. And this prophet from the south и вот этот пророк с юга has gone to the north and is preaching destruction against Israel. Приходит на север и проповедует разрушение и истребление северному царству. And at this point there is an interruption to the flow of the prophecy. И вот здесь вот эта линия пророческая нарушается. And in chapter 7, verse 10 and following, there's a narrative dialogue. Из 10 стиха и дальше у нас такой нарративный диалог, повествовательный диалог идет. This is an actual recording of an historical event. То есть это непосредственное изложение исторического события. There was a priest at the city of Bethel. А в городе Вифили был священник. And again, remember, Bethel is where the altar of the northern kingdom was located. И опять-таки помните о том, что именно в Вифили располагался жертвенник. Это было место поклонения в Израильском царстве. And the priest's name was Amaziah. И этого священника звали Амасия. And Amaziah is furious at Amos for what he's saying about Israel. И Амасия возмущен тем, что он видит в доме Израилевом. And he says to Amos. И он говорит Амосу. Or he says he's talking about Amos. То есть он говорит об Амосе. In verse 11. В 11 стихе. Go ahead and just read verse 11. От меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. Did Amos say Jeroboam will die by the sword? Сказал ли Амос, от меча умрет Иеровоам? No. Нет. No, in verse 9 he says. В девятом стихе он говорит. The house of Jeroboam will be destroyed by the sword. И восстану с мечом против дома Иеровоамова, написано в девятом стихе. But he didn't say it about Jeroboam himself. Но он говорил это о доме Иеровоамовом, а не о Иеровоаме как таковом. Jeroboam the second was not destroyed by the sword, but his Иеровоам descendants второй, were. Иеровоам второй не был истреблен мечом, но потомки были. So Amaziah has misrepresented what Amos said. Итак, Амасия неправильно толкует, что говорит Амос. And how many times does that happen to the people of God as they speak in God's name? Часто ли это происходит с людьми Божьими, когда они говорят от имени Бога? Happened to John the Baptist, happened to the Apostle Paul, happened это to Jesus. Это произошло с Иисусом, с Иоанном Крестителем, с апостолом Павлом. If we are going to speak on behalf of God, если мы собираемся говорить от имени Бога, there will be enemies. То обязательно будут враги. Ну, Иисус же говорит тоже в Новом Завете, когда говорит, что вы всех пророков и отцов ваших убили, отцы ваши. Your forefathers killed the prophets. Exactly. And Paul promised, all who desire to live godly will be persecuted. И апостол Павел говорит, те, кто вознамерился жить благочестиво, будет подвергаться гонениям. So, Amos was, we will be. Так, и Амос, и мы с вами. Okay, Amaziah is hurling this abuse at Amos. Mm-hmm. And he says, go back to the land of Judah. И вот Амасия сказала Амосу, провидец, пойди и удались в землю Иудину. He says, there eat your bread. Там ешь хлеб. In other words, make your money down south in Judah where you belong. Другими словами, иди и зарабатывай себе на жизнь в Иуде, где ты родился. So he's accusing Amos of being in the prophesying business for the money. Другими словами, он обвиняет сейчас Амоса в том, что тут пророчествует за деньги. And за хлеб, then, за хлеб, да. And then listen to what he says there at the very end. И дальше смотрите, что он говорит в конце. Don't prophesy at Bethel. А в Вифиле больше не пророчествуй. It is a sanctuary of the king and a royal residence. Ибо он святыня царя и дом царский. And notice there's not one mention of God. Обратите внимание, о Боге тут вообще речь не идет. You know, even Amaziah the priest will admit this isn't about God, it's about the king. Даже Амасия, священник, говорит о том, что Вифиль это символ царя, а не символ Бога. Well, now it's time for Amos to speak to Amaziah. Вот теперь время ответного слова со стороны Амоса. There were in Israel in the days of Amos schools of prophets. Mm-hmm. And these schools of prophets were especially well known in the days of Elijah and Elisha. The schools of prophets. Schools of prophets. Во времена пророка Амоса существовали так называемые школы пророков.
Okay. But Amos was not a part of the schools of the prophets. Но Амос к ним не принадлежал. He was just minding his own business. Амос занимался этим, так сказать, индивидуально. Herding his flocks. Он вообще, собственно говоря, сначала был пастухом и... Picking figs. Что он делал там? Пас овец, пас скот, там, собирал сикоморы и так далее. Но Бог обратился к нему, Бог проговорил к нему. I'm not a prophet. Бог проговорил ему и призвал его на пророческое служение, но я не пророк, сказал. But when God says go prophesy, you go prophesy. Но если Бог тебе дал такое поручение, тебе ничего не остается делать, как выполнять его. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. But now Amos, speaking by the word of the Lord, но теперь Амос отвечает словом Господним. Speaks directly against Amaziah the priest. И теперь он говорит непосредственно против священника Амасии. Would someone read out loud verse 17? 17 стих, давайте прочтем вслух. За это вот что говорит Господь, жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. It's a very sobering judgment against Amaziah. Опять-таки такое отрезвляющее наказание, которое должно быть постигнуть Амасию. Sort of like Jesus speaking to the scribes and the Pharisees. Это похоже на высказывание Иисуса против книжников и фарисеев. So that is the historical narrative interlude. Вот смотрите, это некая интерлюдия, которая представляет собой исторический нарратив, историческое повествование. Vision number one. Итак, что касается структуры, видение номер один. Amos prayed, and there was no destruction. Амос помолился, наказание отвращено. Same with vision two. Видение второе, Амос помолился. Vision three of the plumb line. Наказание отвращено. Видение третье с отвесом. And that was to say that destruction is certain. Которое направлено на то, чтобы сказать, что разрушение, истребление неотвратимо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.